Компания «Роснефть» приступила к производству нового автомобильного бензина «Атом-95» класса «Евро-6» на едином НПЗ «Башнефти» в Уфе. Его отличают улучшенные экологические и эксплуатационные характеристики, подтвержденные на научно-исследовательском уровне. Что касается преимуществ топлива, согласно заключению, подготовленного Российским научно-исследовательским институтом по переработке нефти, по результатам испытаний при использовании топлива «Атом-95» «Евро-6», образование нагара на выпускных клапанах камеры сгорания двигателя снижается на 12,5% по сравнению с Евро-5. На данный момент топливо с такими эксплуатационными экологическими характеристиками не производится даже в Европе. Роснефть уделяет особое внимание защите экологии, и производство бензина «Атом-95 Евро-6» – наш дополнительный вклад в защиту окружающей среды. Как подчеркивают в компании, в новом автомобильном бензине существенно ниже содержание серы, бензола и других химических соединений, благодаря чему снижается концентрация вредных веществ в автомобильных выхлопах, в частности угарного газа, до 9,5%. Современный бензин является результатом смешения большого количества компонентов, и рецептура смешения была разработана специалистами компании. Эти компоненты перекачиваются на производплощадку «Новойл» благодаря развитой системе межзаводской коммуникации. Техническое перевооружение заводов позволило освоить более сложные технологии производства и повысить качество выпускаемой продукции, говорят в «Башнефти». И вот вчера первая партия бензина «Евро-6» поступила на АЗС «Башнефти» в Уфе. Сегодня мы начинаем продажи нового бензина, который до конца недели будет доступен нашим клиентам на более чем 100 автозаправочных станциях компании в Башкирии. Мы всегда рады предложить нашим клиентам экологичное топливо высокого качества. Вчера «Башнефть» представила марку «Евро-6» непосредственно на автозаправочных станциях компании. Столичные водители успели оценить новое топливо. Как оказалось, некоторые уже слышали о высоком качестве «Евро-6». Как сказали в компании, цена новинки не изменится по сравнению с привычным 95-м. Первые, кто опробовал новую марку в деле, остались довольны. По мне, так заметил, что расход топлива только меньше. При текущей цене, говорят, лучше влияет на окружающую среду. Новый бензин класса Евро-6 является результатом большой работы ученых и технологов Роснефти, технического перевооружения нефтеперерабатывающего комплекса «Башнефти» и стремления компании выпускать современное экологичное топливо с улучшенными эксплуатационными характеристиками.